Судья изменила меру пресечения по ходатайству генсекретаря, значит, прокуратуры. И его сейчас подготавливаются документы, чтобы его освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Так что очень, конечно, мы очень рады, и сейчас поедем его там встречать. Я считаю, что это победа всех нас. Всем большое спасибо, кто участвовал в защите моего сына Павла Устинова, кто считает его действительно невиновным, жертвой всех этих обстоятельств. Показательным для сегодняшней обстановки у нас в стране. Большое всем спасибо. Никто не ушел из дела. Я в деле появился по просьбе Константина Райкина. Мои коллеги, которые работали со мной, они продолжают работать. Я буду с удовольствием с ними работать дальше. Это исключено абсолютно, что кто-то вышел из дела. Почему это я должен войти в дело, а кто-то должен выйти? Я так вопрос изначально не ставил. Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Я хотела бы отметить особую роль Генеральной прокуратуры, которая вошла в рамках прокурорского надзора и своей функции в Московский городской суд об отмене меры пресечения, которая была применена к Павлу. Я считаю, что до этого защита Павла проводилась корректно, правильно и квалифицированно. Конечно. Другой вопрос, что суд не учел все обстоятельства, суд должен был исследовать все, абсолютно все видеосюжеты, которые были, допросить свидетелей. А если он отказывает в допросе свидетелей, нужно аргументировать, почему он отказывает в допросе. Там много вопросов, у меня много вопросов возникает. Но я продолжаю изучать дело, я его только принял. Поэтому как только я его изучу, я обязательно выйду к вам и все расскажу. Да, я вчера приезжала на пикет, я хотела с плакатом постоять, потому что остальные арестанты, которые остались, я также за них переживаю. И я выкинула видеообращение в сеть в поддержку, чтобы других также пересмотрели дела и также освободили.